Здравствуйте! Я покажу вам, как связать небольшой двухъярусный цветок. Всего два ряда. Цветок вяжется быстро. Вязать я буду из хлопчатобумажной пряжи. 140 метров, 50 граммах. Крючок у меня 2,25. Пряжа у меня довольно толстая, но так будет лучше видно. Начинаем вязать со скользящей петли. В эту петлю провязывать столбики без накида. Воздушная петля, столбик без накида. 6 воздушных петель. Следующий столбик без накида. Таких арочек из 6 воздушных петель нужно провязать 8 по количеству лепестков. В конце ряда провязать соединительный столбик в петлю подъема. Но мне кажется, лучше провязать поближе к левой стороне. Первый ряд закончен. Колечко первоначальное подтянуть. Дальше нужно провязывать столбики с обратной стороны над столбиками нижнего ряда. Первый столбик не очень удобно. Воздушная петля. Вводим крючок в столбик с обратной стороны. И как раз крючок выходит в колечко. Провязать сюда столбик без накида. Если так провязывать, то вот эти цепочки, они поднимутся вверх и будут как серединка лепестка. Именно для этого провязывать сзади столбики. Дальше 7 петель. Первую петлю пропустить, начиная со второй вяжем столбики. Один столбик без накида. Один полустолбик с накидом. 4 столбика с одним накидом. По одному в каждую петлю цепочки. И дальше над следующим столбиком столбик без накида. Над следующим столбиком предыдущего ряда. Будьте повнимательнее, куда вводите крючок. Точно так же 7 петель. Первую пропускаем, начиная со второй, провязывать столбики по возрастанию. Без накида, полустолбик с накидом, 4 столбика с одним накидом. Так нужно провязать 8 раз. После провязывания последнего, 8-го лепестка, нужно провязать соединительный столбик вот сюда, в самое-самое начало. Наш цветок будет закончен. Посмотрите, как симпатично. Все выглядит. Можно лепестки вот эти внутренние распрямить. А можно наоборот отогнуть. Вот так всего два ряда. Получается такой цветочек. Другие цветочки, их вязание, посмотрите в плейлисте «Цветы и листочки» у меня на канале. На этом урок окончен. Спасибо за просмотр. С вас лайк и подписка, с меня новые полезные видео. До новых встреч!